Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня 23 сентября. Я хочу вновь вам показать, насколько хорошо работают в санатории ключ горничные. Но, по крайней мере, вот наша горничная Садыкова Светлана Владимировна работает просто замечательно, убирает просто замечательно. Везде идеальная чистота. И вот видите, сейчас мне поменяли постельное белье, полотенца меняются каждый день. И, конечно, очень приятно спать на чистой постельке. Хочу сказать, что очень мне нравится здесь одеяло. Тонкое, но при этом тепленькое. Ну, подушки маленькие, но мне достаточно. Для любителей спать на высоких подушках, конечно, будет, наверное, таких подушек недостаточно. Мне вполне достаточно. Очень чисто, все очень аккуратно, ни пылинки, ни соринки. И вот сейчас я сняла сетку и выйдем на балкон. Сегодня первый солнечный теплый день в Пермском крае. Вот видите, какая тут красота. Балкон какой. Какой замечательный балкон. Это, видите, мансардный этаж. Скошена здесь крыша. Но вот видите, как хорошо. Боже мой, как хорошо. Очень замечательно. Тут можно постоять, понаблюдать за отдыхающими. Люди гуляют. Покажу вам пейзажи. Очень хорошо. Детская площадка. Только что здесь визжал маленький ребенок. Визг стоял такой. Но, видимо, очень был доволен. И вот люди гуляют. Дождя сегодня нет. Погода замечательная. Я тоже сейчас пойду погулять. Хочу все-таки дойти до оленя. Посмотреть на оленя. И вот что хочу сказать. Вот жители вот этого села, по-моему, село называется Суксун, если я не ошибаюсь. Здесь, конечно, тем, кто живет в этом селе, работа всегда найдется. Рядом с таким санаторием только ленивый не будет работать. Я хочу сказать, что очень много молодежи работает в этом санатории. И, в частности, массажисты, молодые ребята, молодые девушки. Но при этом настолько хорошо делают массаж, что просто выходишь от них в прекрасном расположении духа. Мне очень нравится. У меня массажистка Коноплева Евгения Николаевна. Молодая девушка. Ну, насколько хорошо она делает. Я просто в полном... Делает массаж. Я просто в полном восторге от нее. Вот. Поэтому я думаю, что жители вот этого села всегда могут найти работу вот в таком вот санатории. Находясь в этом санатории уже 8 дней, я, конечно, мои впечатления и мое отношение к этому санаторию меняется. Если в первый день, когда я приехала в этот санаторий, я думала, что это первая и последняя моя поездка в этот санаторий, так как я уже говорила, что питание оставляет желать лучшего. Я не могу сказать, что я выхожу голодная, но поваров бы я поменяла, если бы я была руководителем этого санатория. То огромный минус этого санатория — это повара, потому что готовят невкусно, за исключением вот только рыбы. Рыбу готовят вкусно, салаты готовят вкусно и напитки. Все остальное, все на слабую троечку, даже с минусом. Но тем не менее, никто голодным не остается. И вот, находясь тут уже на протяжении 8 дней, мое мнение меняется об этом санатории. И я думаю, что то, насколько хорошие, уютные здесь номера, проживание очень уютное и комфортное. Как я уже говорила, очень хорошая шумоизоляция, ничего не слышно, я не слышу никаких своих соседей. Вот, и замечательное лечение. Ну, и территория очень ухоженная и красивая. Приятно гулять по этой территории. Еще бы, если бы не было так ветрено и холодно, как все предыдущие дни, и дождливо, то было бы вообще замечательно. Я думаю, что в этот санаторий я обязательно вернусь. Возможно, что-то изменится в столовой. Но даже если будут готовить так, как сейчас,
В любом случае, я вернусь в этот санаторий, потому что мне очень понравилась лечебная база, очень хорошая. И персонал весь замечательный, несмотря на то, что очень много молодежи. И как часто нам говорят, что молодежь у нас плохая. Ну, я думаю, что и когда мы были молодыми, более старшее поколение тоже говорило о том, что молодежь сейчас другая, плохая. Нет, я хочу сказать, что молодежь у нас замечательная, очень все приветливые, все расскажут. Даже у меня был такой момент, когда я в гардеробе спросила, где находится какой-то там кабинет, и мне даже молодой человек предложил меня проводить. Он говорит, если хотите, я могу вас даже проводить до этого кабинета. Я говорю, нет, спасибо, я поднимусь на лифте и найду там этот кабинет. Ну, он мне все популярно объяснил, как пройти к этому кабинету. Вот, поэтому я нахожусь в полном восторге. Также здесь, кроме того, что делают замечательный просто массаж, очень хорошие грязи, мне очень хорошо помогают. И даже моя ужасная кожа на руках и ногах, которая всегда меня беспокоила, вот эти вот чешуйки какие-то, знаете, как рыбная чешуя, у меня сейчас очень хорошая эластичная кожа, я, конечно, очень довольна. Также есть тут огромный плюс этого санатория. Здесь работает настоящая тайка на тайском массаже. Она делает тайский массаж. Друзья мои, вы не представляете, как просто великолепно она делает этот массаж. Вчера я сходила на массаж ног, зашла еще в бане, и после этого, вернувшись домой, время было без 20:10. Я специально посмотрела на часы. Меня просто клонило так в сон. Я даже не могла понять, вот насколько она меня расслабила, насколько она сделала все замечательно и хорошо, что я уснула. Я легла без 10:10 в кровать. Тут же, видимо, моментально уснула, потому что даже вот не помню, чтобы я лежала какое-то время. И бывает у меня, конечно, и дома такое, что от сильной усталости, от сильного переутомления я могу лечь спать где-то часов в 10 вечера, но я в 2-3 часа просыпаюсь, и все, и больше я уже до утра уснуть не могу. То есть я начинаю уходить, я сажусь за компьютер, потому что я знаю, что лежать бесполезно, я все равно не усну. То после вот этого вчерашнего массажа первого, первая процедура у меня была вот этого тайского массажа. Я уснула без 20:10 и проснулась, меня разбудил телефон 8:10. То есть я спала просто как убитая, просто как младенец. Также, когда пришла в столовую, мы же там общаемся, нас приехало 5 человек. Вот в тот день, когда я заехала, нас заехало 5 человек. Садились мы все в Екатеринбурге, но четверо екатеринбуржцев, а я вот одна из Каменска-Уральского. Мы, конечно, общаемся, познакомились. И вот хочу сказать, что мне моя соседка по столу, Валентина, она говорит, ночью был такой ураган, такой ветер, говорит, что просто невыносимо, было очень страшно. Вы представляете, я не слышала никакого ветра, я не слышала вот этого завывания, говорят, такое стояло завывание ветра. Я ничего не слышала, я спала просто... Ну, я не знаю, просто как умерла, спала. Ничего не слышала, и меня ничего не беспокоило. Вот настолько хорошо делают массаж здесь. Но запись к ней плотненькая, то есть нет там такого. Вот я когда первый сеанс сделала, думаю, схожу-ка я еще на поясничную область сделаю массаж, запишу, сделала на ноги. Но мне сказали, нет, на сегодня ничего нет, все, места свободного нет, все занято. Молодец. Правда, не понимает ничего по-русски, только здравствуйте, спасибо, до свидания и здоровья. Вот все, что, извините, вот все, что она может сказать. Но, тем не менее, мы друг друга поняли, и все в порядке. Поэтому мои впечатления о санатории Ключи просто великолепные. Я бы думаю, что я бы с удовольствием приехала сюда зимой, посмотреть, как здесь зимой.
Ну, по крайней мере, я точно знаю, что каждый, кто посетил этот санаторий, уезжают из него, конечно, совсем в другом расположении духа и совсем, наверное, с другими ощущениями. Уже и нет такой боли, с которой ты сюда приезжаешь, и ты отдохнул, и ты набрался позитива. Ну, в общем, все хорошо и замечательно, на мой взгляд. Очень мне все нравится. Мне вообще все процедуры здесь нравятся. Орошение десен замечательное. Все процедуры нравятся. Но вот бани шикарные, великолепные. И массаж тайский особенно тайский. Это, конечно, я думаю, что козырь этого санатория. И просто великолепные процедуры. На этом я с вами прощаюсь, пойду сейчас до обеда немного погуляю. Видите, также можно тут вот и на велосипеде покататься, и на самокате, и палки взять, скандинавской ходьбой позаниматься. Вот я сегодня сейчас схожу, возьму палочки и буду 2 часа в день обязательно ходить скандинавской ходьбой заниматься. Ну и еще покажу вам сегодня оленя. Очень хочу показать оленя. Олень вообще, конечно, красивый. Я впервые в жизни, кстати, увидела оленя за свои 56 лет, живого оленя. На этом я с вами прощаюсь, на этой позитивной ноте. И всем хочу порекомендовать, если вы планируете свой отпуск, покупайте в санатории путевку. Если вы возьмете в санатории ключи Пермского края путевку, нисколько не пожалеете и приедете с массой положительных эмоций. И, конечно, поправите свое здоровье, это 100%. И жить будете в комфортных, чистых номерах. Всем до новых встреч. Пока-пока.